Добрый день, уважаемые коллеги. У нас сегодня вот такой вариант изоляции. Чуть-чуть дистопированный зуб 16, сильно ротированный зуб номер 14, отсутствующий зуб 15. Проведена изоляция системы Роберт-Дам, платок Санктуари Медиум, кламп W3. В предыдущий визит выстрелены стенки предодонтических билдапов в зубах 16 и 14. Для зуба номер 14 вместо бринкера использован флосс для того, чтобы закрепить перфорацию в платке вокруг шейки корня зуба номер 14. Это достаточно эффективно. Это не требует какого-то инвазивного отношения к десне в виде бринкера. Очень удобно сочетать такие вот двойные лигатуры с клампами при фиксации. Используйте, это очень удобно.